Почему он аннексировал Крым? Что это было? Ну, это кацапская жадность, не от большого ума это все делается. Тут почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие, значит, мудрые люди, они все просчитывают, а они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг – это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок. Поэтому, именно поэтому у меня есть очень сильное убеждение, что все идет так, как нужно. То есть нам просто надо ждать, терпеть и бороться. Они, как-то помогать им в этом смысле. Помогать делать как можно больше ошибок. А системность этих ошибок уже набрала такую энтропию, что это уже нельзя исправить. Они идут с завязанными глазами к большущей яме. Очень хорошо было бы, если бы они этого не слышали, потому что они тогда могут скорректировать свои действия. Нет, они не скорректируют. Они не скорректируют, знаем, потому что мы знаем о тупом кацапском упрямстве. Мы пьесу Кацапа слушали все, а некоторые даже писали. Да.